А сейчас у нас будет минутка истории. Вот такой пост мне только что попался в интернете. Называется он «Господа знатоки. Вопрос о причине развода». Счет 5-4 в пользу телезрителей. Такой вот вопрос нам прислал Анатолий Кочетов, математик из Орла. Почитайте вопрос через минуту, глядя на фотографию, скажите, по какой причине муж привел свою благоверную на базар. В Англии 19 века разводиться было дорого, поэтому жен продавали на аукционе. Процедура была устроена по принципу аукциона. Муж приводил жену на площадь, держа за поводок. Женщина поднималась на подмостки и начинались торги. А началось все с того, что в Англии в 1753 году приняли закон о регистрации брака. Официальный развод стал очень дорогим удовольствием. Расторгнутый брак могли себе позволить только состоятельные люди. И продажа жен на площади стала самым обычным способом, чтобы избавиться друг от друга. В большинстве случаев продажа жены совершалась по обоюдному согласию. Обычно супругу покупал ее же любовник за символическую плату. Нередко случалось так, что после торгов все трое шли в ближайшую таверну отметить сделку.